Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Immortal Phoenix Rising. Итак, мы с вами в прошлой серии в тяжелом испытании в Тартаре добыли сущность Афины, теперь надо вернуться в зал богов и вернуть ее сущность. Поехали. Не стал сразу перемещаться за кадром, потому что, возможно, там будут какие-нибудь интересные диалоги, а это было бы интересно дело послушать. Поехали. Кружится голова? Чувствуешь слабость? Может, не стоило есть тот гранат странного цвета? Жаль тебе это говорить, но ты мертва. Это царство мертвых. Ты здесь навеки. Шучу! Ха! Мойры решили отправить тебя в мое тайное убежище. Там должно найтись кое-что полезное для тебя. Ха-ха! Бери! Так, новое снаряжение — щетинистая шкура. Что она дает? Восстанавливает 9% отделения шкалы здоровья при попадании завершающим комбо-ударом. Плюс 2% к счетчику комбо при попадании завершающим комбо-ударом. Ну, так себе. Не буду тогда использовать. Же все стало таким большим. Или ты меньше. Или так. Вот скажем, ты... А что я? Ты большой. Заметила. А раньше говорила только про короткий ум. Нет. То есть да. В смысле, ты же огромный. Сосок на твоем нагруднике с мою голову. А, я думал, ты... Вот представь, в нем бы поместился обед из трех блюд. А зачем вообще богам соски? Хватит. Ну, это я так. А еще он похож на гонг, в который смертные бьют перед битвой. Не надо бить меня в соски. Это соски войны. Соски войны. Давай. Ну что, сущность у тебя? Разумеется. Ты готова? Да. Кажется. Мудрая Афина, боги и смертные объединятся. И твоя мудрость поведет нас вперед. Можно было бы и побыстрее управиться. А эти твои крылья — опасная конструкция. Все творения Дедала плохо продуманы. Да, кстати, о плохо продуманном. Знаешь, что я тебе скажу, Гермес? Ну, началось. Вечно найдет к чему придраться. О, Афина, мы тебе рады, но знаешь... Да. Надо быть рассудительней. Своей рассудительности. Знаешь, я тобой восхищаюсь. Ты требовательна, но мудра. Почти всегда. Спасибо, Феникс. Вместе мы придумаем новый, мудрый план. Но... мы ведь все равно можем дать Тифону по морде. Феникс поняла, что быть требовательной, упрямой и даже занудной не всегда плохо. Это помогает не следовать... плохим советом. Может, мне стоило чаще прислушиваться к Афине, а не стараться всегда быть правым? Неужто и Зевс совершает ошибки? Нет, я не об этом. Все мои решения прекрасны. Ты
приковал меня к скале, и каждый день орел клюет мою печень. Я знаю. Нам нужно составить план наступления. Скажи нам, когда закончишь все свои дела. Так, это поговорить с Гермесом, это уже дальше будем по сюжету. А ты, может, какое-то задание дашь, нет? Ну как, тебе здесь нравится? Как сказать? Сыро тут, если честно. Не хочу жаловаться, но, наверное, здесь следовало бы построить больше стен. Думаешь над тем, как сразить Тифона? О, да. Но сначала нам нужно сделать кое-что еще. Во время битвы с Тифоном я... думала, что знаю, как его остановить. Но не успела я напасть, как на меня налетела гарпия Азамена. Пока я с ней сражалась, Тифон превратил меня в ребенка. И Азамена унесла меня оттуда в своих мерзких когтях. Я смогла спастись, но она еще жива и свободна. Она тебя больше не тронет. Я найду ее и убью. Правда? Вот так просто? Конечно! Я ведь твоя защитница! Нет, не совсем. Ты ведь не прошла путь до конца. Мне, правда, говорят, что я зануда, но... Ладно, будешь защитницей. Ну, как я? Божественно! Иди! На подвиги всякие! Я знаю, ты сможешь! А что, если мне этого мало? Может, я хочу быть лучшей защитницей? Лучшей? Тогда тебе нужно превзойти Геракла, Одиссея, Аталанту и Ахилла. Но никто этого не смог. Я весьма требовательна. А если все же превзойду? Скажи, на твоей родине есть статуи в твою честь? Нет. Но такая статуя есть здесь. Ведь я уже совершила подвиги. Я всех их превзошла! Так значит, статуя есть! Статуя лучшей защитницы! Вау! Да! Только не думай, что я и в следующий раз тебя недооценю. Ну что, получили задание от Афины. Давайте глянем, как далеко. Так, это у нас благословение. Удар Афины. Так, подожди, так мы выполнили задание или нет? Я просто отходил, был важный разговор. И пропустил весь диалог. Классно. Ну просто мы какого-то босса убивали. Как мы все друг другу рады. Большая дружная семья. Это будет непросто. Кстати говоря, с моим братом тоже порой очень непросто. Правда? Не знаю, мой вот бог кровавой резни. Эй, вы двое! Хватит состязаться! Вся жизнь — это состязание. Так, подожди, тогда надо попытаться выполнить все-таки задание последнее. Это как раз-то вот сюда вот. Снова спускаемся в Тартар. Просто если бы что-то не хватало какой-то способности, нам бы, наверное, скорее всего, как-то так и сказали, что способности не хватает. Так, попробую поставить сюда сейчас. Но он разрушает. Я реально тогда не понимаю, как ее пройти можно будет. Ха-ха.
Я не врубаюсь, серьезно. Ну как ее можно пройти? Эту загадку. Как? Я думал, статуя поможет. Статуя тоже не помогает. Какой тогда в этом смысл? Да ладно, вот она как решается. Да. Оказывается, там лазеров нету. Сразу не поймешь, где был подвох-то. Окей. Видишь ли, он ждет удара плетью за то, что тебя подвел. Кто бы мог подумать? Что? Нет! Нельзя никого бить за совершенные ошибки. Живи, учись и становись лучше. Но я оплошал! Ну, бывает. Я все равно тебя люблю, Фосфор. Ну, поехали. Деревянный. Деревянный. Не деревянный. А серьезно? А, подожди. Тогда я поставлю тебя сюда. Ставлю тебя сюда. А, так подожди, он сейчас разобьет. Да? Да. То есть, смотри. Тогда подожди. Чё-то я запутался сейчас. А, это вот сюда тогда? Тебя тогда вот сюда. В смысле? Больно было? Во, другой разговор. Другой разговор. А там будет сейчас битва с боссом. Ну, понеслась. Да, ну не, босс должен быть по-любому. Вот оно! Сокровище! Что-что? Сокровище? Ха! Мы это сделали! Я и Фосфор! Мы оба молодцы!
забираем и уходим. Спасибо за помощь. Это честь сражаться бок о бок с тобой. Угу. Это ловушка! Бежим! Мой огненный птенец, что ты наделал? У нас был план. Я ударил тебя молнией, чтоб ты воспользовался их добротой, их слабостью, и привел ко мне крылатого вора. Но ты им помогаешь? С меня хватит. Пропадите же пропадом, вы оба! Ты что, шутишь? Фосфор, ты нас спас! Вообще-то сперва Фосфик нас чуть не погубил! И все же он сумел поступить правильно. А? Неа! Сбежав, ты отказался от сокровищ. Так что все мое. Логично. О, ваше представление о чести устарели. Ну и скука, я ухожу. Вот фосфор. Возьми зерно. Ты вернул свой долг. Можешь лететь. Ты хочешь остаться со мной? Тогда вперед! Заранее прошу прощения за непрошенное сочувствие, опеку, неряшливость и привычку много и долго рассказывать. Нет уж, сказанного не воротишь. Ты со мной. Все, оплаченный долг, задание завершено. Ну что, у нас остался, получается, только главный сюжет. Горящий уголек. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 150% к урону от атаки фосфора. Ну давайте возьмем, пусть лучше атака будет, и он тем более классно выглядит, чем тот железный. Так, у нас новые крылья, что ли, есть? Да, крылья Икара. Окей, пусть будут крылья Икара. Ну, вроде как, в принципе, все. Да, крылья Икара тоже сразу и получено. По поводу зелий, получается, у нас ничего нет. Мы сварить ничего не можем, да, у нас, да, у нас этого нектара вообще нету. Сможем сварить еще одно зелье ХПшечки. Олимпийский инжир 2 можем сварить, и все. И как бы на этом получается все. Хорошо, здесь тогда мы тоже, получается, закончили. Тогда возвращаемся. Так, раз уж мы все здесь... За дело! Мы справимся с Тифоном, если будем осторожны. Ну уж нет! Мы ворвемся к нему и посрамим его достоинство! О, милый... У тебя есть муж! Мне надоела твоя ревность. Я ношу дитя Ареса. И ты нам не помеха. Расскажу об этом своему психоаналитику. Она-то меня поддержит. Конечно, поддержит. Это эхо. Она всегда всем вторит. Эхо хотя бы слушает. Ты смеешься, что ли? А если Зевс узнает, что ты натворил, Арес? Я натворил?
А ты вечно цепляешься к Аресу, потому что он хотя бы иногда снимает шлем. Вот ему и вышибли мозги. Да, прими свою темную сторону. Я сложу об этом стихи. Ты просто больной, Гефест. Оставь в покое моего мужа, бесчувственная гарпия. Ха! О, теперь ты защищаешь кузнеца! Хватит. Я здесь, олимпийцы, и знаю, что делать. Легерон! Что, сестренка, думала, я сгинул? Ну уж нет. Гефест, прости меня, смертного, что вмешиваюсь, но ведь цепями, что ты выковал, можно сковать Тифона, а не на горе Зевса, я прав? Да, ты прав, но Тифон... Я могу тайком пробраться туда и выкрасть цепи. Эти цепи не удержат Тифона. Мне нужна капля крови каждого из вас. Я смешаю ее с нектаром Олимпа и укреплю цепи. Вот и все. Верно. Попробуем. Позвольте мне. Просто дайте руку. Приперся, блин, герой. Как нечестно. Я даже не почувствовал. Да, он хорош. Большое спасибо. Вернусь, когда все сделаю. А как же я? Я думала, мы вместе пойдем на гору. Там стало еще опаснее. Знаешь, каково мне будет, если с тобой что-нибудь случится? Не случится. Ты сказал, мы пойдем вместе. Не спорь со мной, сестренка. Готовься. А то вдруг я не справлюсь. Но я справлюсь. Это был твой брат? Да. Такой уверенный? Такой решительный? И ведь уже успел выяснить, где мои цепи. Знаю, знаю. Вот урод! Вот урод! Просто кошмар! Что? Правда? Как же ты его терпела? Он же зануда. И подлиза! Столько высокомерия, и к отцу ходить не надо. Эй! Ты же не позволишь ему так обходиться с тобой. А что? Он исполнит пророчество, не волнуйтесь. Где то рвение, что я видел в тебе раньше? Ты хочешь славы? Так возьми! Ты правда думаешь, что пророчество о нем? Где та феникс, что заставила меня слушать? Где твоя гордость? Поверь в себя. Не будь покорный. Не стоит избегать конфликтов. Боль придаст тебе сил. Я точно знаю, что пророчество о тебе. Ты многое уже исполнила. Чего хочешь ты? Быть героем. Ты знаешь, что нужно сделать? Добраться туда раньше Легерона! О, да! А мы тебе поможем. Я призову бурю, чтобы расчистить лед, преграждающий путь к вершине. Так доберешься быстрее. Откуда у тебя буря? Одолжила у Зевса, чтобы потопить флот греков после Троянской войны. Хорошо быть любимицей. Ха! Мне он давал только обещания. Тебя хотя бы не сбросили с горы. Подумаешь, меня Зевс выдал замуж за тебя. Вы бы не захотели быть на моем месте. Поверьте, Зевс лишь пытается искупить вину за то, что убил мою мать. Да, они правы. Я ужасный отец. О да, у нас есть победитель. У нас есть Хочешь победитель. Потратить немного электрума? Да не хочу ничего тратить. А, долина вечной весны. У нас все дома завершено. И новое задание. Семейные обстоятельства. Ну, брату это явно не понравится. Это уж 100%. Поднимитесь на гору раньше Легерона. А, что у нас еще есть на карте?
Вот задание где. Вот мина Азамены. Я его не там искал. Давайте тогда его отслеживать. А вот куда можно переместиться? Вот, в принципе, куда можно переместиться. Поехали тогда туда. Ох, да. Ну что? Вперед. Если что, у нас, в принципе, с вами есть зелье выносливости. Хорошо. Так, зона задания. Ветер вдруг стал холоднее. Я замена, ужас островов, бич небес. Похитительница Ники устремилась вниз. А замена мифическая гарпия. Да ты что, издеваешься, что ли? Класс. Ее бить тяжело. Бей ты ее. Она ушла, зараза. На второе поле битвы. Ну, я пол хп и снес, конечно. Но это было жестко. Жестко из-за того, что немножко путается потом. Она выделяет цель не ту, которая мне нужна. То камни берет, то еще какую-то фигню. Что-то как-то долго восстанавливается выносливость. Вроде и не бегаешь, ничего не делаешь, а что-то как-то очень медленно. Очень медленно. Ну...
Отлично. Только, правда, не понял, где она. Да не ту выдели... Да господи, что ты прицепилась-то к этой, блин? Выдели вот эту, блин. Где она? Ну где ты? Наконец-то. Сложная бабёнка. Сложная. Так пала замена. Ника вздохнула с облегчением. Но Феникс об этом не знала. Так, еще один мифический осколок. Окей. Хорошо. У нас с вами новые крылья появились. Крылья отвращения. Ну, полетаем с такими. Так, и надо вернуться сейчас в зал богов. Ты какая-то рассеянная, Афина. Замечталась? Я столько помогала смертным. Щедро одаривала их. Знаниями, умениями. Заботилась о них. И многого добилась, учитывая, каковы они. Ну, о тебе я не заботилась. А ведь ты моя невестка. Я вела себя по-детски. Ткацкий станок не дала. А платье, пропитанное ядом, да. Я потом так чесалась. И ты все простила. Я никогда не делилась своей мудростью, но с тобой поделюсь. Пусть все увидят, что ты не только красавица. И правда, пусть знают. Но сперва преобразим тебя. Это уже слишком. Так, ладненько, что у нас здесь есть? Есть что-нибудь выполненное? А, ничего выполненного нет, хорошо. Хотя не очень хорошо, плохо. Здесь сварим тебя и, в принципе, там все. Синих грибов у нас нет. Нектара тоже нет. Так, сдаем квест. Мудрая Афина, я убила Азамену. Благодарю, Феникс. Если бы не Азамена, я бы спасла мир от Тифона. Я кое-чему научилась у героев, которых повстречала. Если все пошло не так, придумай новый план. Вот и займемся этим. Прими этот доспех в знак моей благодарности. Он пригодится, если ты снова встретишься с Горгонами. Да? И что он дает? Спасибо. Есть что предложить. Так, мина замены завершено. А что за броня-то? А, новый облик. Ну да. Облик меня не интересует. Угу. Шанс 36% поразить молнии до трех ближайших врагов при попадании в голову. Хорошо, а здесь еще у нас появилось на карте. А, ну на карте выпало основное задание. Это получается куда-то сюда идти. Да. Да, и новое снаряжение. А, окей. Можно поговорить? Афродита сказала, что ты убила гнусных тварей, служивших Тифону. О, вы помирились? О, трудно с ней. Но
Она моя невестка, и я люблю ее. Все же, этот ее плащ. Ну и свинство. Или, я бы даже сказала, кабанство. Что это? Шутка? Я неважно шучу. Уж это точно. Не знаю, это же смешно. Не поощряй ее. Ой, какой ты злой, блин. Ладно, у нас по идее-то больше-то ничего такого и нет. Выносливость не прокачаем, наверное, да? А, прокачаем, окей. Ну, замечательно. А здесь, к сожалению, не хватает, по-моему, да? Да, не хватает только одной амброзии. Здесь, по-моему, нам, в принципе, больше делать нечего. А, 8, в принципе. В принципе, 8, но что взять? Здесь требуется 10. Но я сейчас особо сильно им не пользуюсь. Хотя автоматически бросить предмет, это было бы прикольно. Давай, наверное, тут я прокачаю все-таки. Этим мы часто пользуемся. Хорошо, и тогда перемещаемся. Перемещаемся как можно ближе к основному заданию. Это вот сюда вот. Наверное, будет лучше здесь. Да, потом просто перелетим. Поехали. Так, ну еще гранат, кстати говоря. Еще бы нет. Так, мне в ту степь. Да, тут надо как-то еще долететь аккуратно. В общем, куда сможем, туда и попадем. А сможем попасть мы только сюда. Я думал, что знаю своих детей. Как я ошибался. Ты был слишком занят, управлял вселенной. Ах, если бы... Все мое время занимало веселье за чужой счет. Настало пора расплачиваться. Вот сейчас он останавливается быстро почему-то. Окей. Добрались куда-то, заснеженные... Земли. Зона задания. О, здрасте. Но драться я ни с кем не хочу сейчас. О, е-мое, сюда давай. Опа. Mm,
как высоко. Вот туда бы, конечно, бы хотелось бы сейчас забраться. Там все-таки амброзия, это лечение. Одна хпшечка, вернее, не лечение, а хпшечка. Ну, залезь, пожалуйста. Отлично. Все, есть седьмая амброзия. Можно, в принципе, там возвращаться. Ну, в смысле? Ну, забирай ты. Ну, сколько тебе надо нажимать кнопочку-то? Тихо. Еще гранат. Недоступен скакун. Окей, ладно. А сейчас? Тоже недоступен. Ладно, хорошо. Так, добежим. Да куда же ты? Слезь, не надо цепляться сюда. Все выше, выше и выше, да? Так, не пойму сейчас, куда мне. О, котел. Давайте, кстати, сварим. Отлично, отлично. Немножечко выносливости, правда, маловато, но пойдет. Вот тут либо все-таки на птицу надо залазить, либо что-то я не понимаю. А если пока сюда пойду? Так, ну это олень. Олень мне не нужен, олень уже как бы приручал. Феникс, моя страсть разожжет огни наверху. Они согреют тебя. Может, согреешь огнем своей страсти и меня? Нет, даже предложи ты мне оргию с Адонисом, Ахиллом и Гераклом верхом на радужном Пегасе. Что ж, я воплощу свое отчаяние в скульптуре. Ха, отчаяние — единственное, что ты здесь получишь. Тихо-тихо-тихо-тихо, давай сюда. И что? Зачем я сюда дело позажигал? Он хотел помешать Феникс добраться до вершины горы. Не сдавайся, Феникс! Ты справишься! Так, здесь загадка очередная, да? Но я просто не хочу с той тварью драться. А мне, походу, придется, да?
Не, это не обязательно получается. Ага. Ну в смысле, блин, как так-то? Ух-ух-ух-ух-ух. Да, вот это я потратился, конечно, нехило. Так, ну это загадка очередная. Вопрос только для чего? Так, там выпрыгнуть. Не знаю, оно мне надо или не надо. Но это шары, чтобы достать. Шары не достаем. Я еще пытаюсь понять, правильно ли я вообще иду. Феникс подошла к... А, не будем сейчас об этом. Говори уже. К башне Метиды. Моей бывшей жены, которую я проглотил заживо. Как офигеть. Я уже говорил, я совсем как мой отец. Может, вам поговорить? Ну, в принципе, я тогда и сдох. Вы с ним помиритесь. Потому что здесь нет выхода. А? Нет? Прометей, я запер его в Тартаре. Пипец. Это невозможно пройти. Тут только смерть. Да, вздыхаем тогда. Нет, без вариантов. Так, ладно, это все победили, получается. И в итоге непонятно. То есть мне надо по-любому тут всех убивать. Я не хочу этого делать, но меня заставляют. Статуя твоего отца, Кроноса. Он был кошмарным отцом. Едва ли не хуже меня. Да, класс, ну не то сделал, блин, не то нажал и все. Давай. Пытался тебя съесть. Моя мать Рея вместо меня подсунула ему камень. Возможно, зря. А ты прав. Ну, знаешь ли.
Нет, я о том, что у статуи в руках должен бы лежать камень. Куда же он пропал? Это обязательное испытание. Куда тебя занесло? И? Так, ну пока подожди. Тут непонятно, как эту загадку решать. Где обязательное испытание? Вот то ли оно здесь? Как тогда его пройти? Оно все закрыто. Ну вот пишется, что здесь обязательное испытание, но как его пройти, я не понимаю. Как его разблокировать-то? Тут ничего нет. Дальше я не пройду, потому что там мороз, а мне надо зажечь все эти огни. Как это сделать, без понятия. Здесь обязательное задание? Да, это тоже обязательное испытание. Ты серьезно? Не понимаю, как я должен туда его пройти. Я не понимаю, как его пройти. Я не вижу логики. А, вот так вот, на скорость. Класс. И что? А, тут открывается, кстати, дверь. Допустим. Открывается там, но я же не успею. Туда надо что-то забросить. Ай, класс. Давай еще будем ломаться. Не ломается.
Непонятно. Ладно, давай тогда мы с вами сегодня закончим. Продолжим тогда с вами в следующей серии. На сегодня все, ребята. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Мазар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.